Здорово, Михаил! Привет! Чижик, привет! Ах, Чижик! Как же я по тебе соскучился-то! Я тоже. Ты все собрал? А то. Мороженое в холодильнике. Все. Ура! Привет. Здравствуй. Будь добр, привези ее к 10 часам вечера. Нам завтра рано выезжать. Будет сделано. Товарищ капитан. У тебя все в порядке? Да, все в порядке. Слушай, на следующей неделе Вадима переводят в Москву, и мы с Яной едем вместе с ним. И когда ты мне собиралась сообщить? Ну вот сейчас сообщаю. Катя, ты понимаешь, что мне делается? Ты хочешь, чтобы я совсем не виделся со своей дочерью? Ты и так совсем не видишь. Твои курсанты видят тебя чаще, чем она. Это неправда. У меня есть выходные, у меня есть отпуск, в конце концов. А при чем здесь отпуск? Ты сам подумай, какие перспективы перед ней там открываются. Хорошая школа, престижный институт, карьера. Ты хочешь лишить ее всего? Ради чего? Ради вот этого? Катюш. Не надо меня так называть. Ну почему ты так поступаешь, а? Это ведь и мой ребенок тоже. Я хочу участвовать в ее жизни. Но ты же не участвуешь. Ты просто с ней проводишь время, когда тебе удобно. Это неправда. Мы уезжаем после ее дня рождения. У тебя будет время с ней попрощаться. Катя! Я тебе не позволю ее увезти. У тебя нет выбора. Право опеки у меня. Крепче держи. Угу. Хорошо получается. Ты прям прирожденный моряк. Вся в тебя. Ну-ка. А это у тебя что такое? Это фитнес-браслет. Мне мама подарила. Он считает шаги, пульс определяет фазу сна. Ого. К примеру, сегодня я уже прошла 13 тысяч шагов. А знаешь, иногда первый шаг самый сложный. Это почему? Потому что впереди неизвестность и непонятно. Правильную ли дорогу ты выбрал? Но ведь всегда можно вернуться, если что. В жизни надо все успеть попробовать. Только дураки не меняют своего мнения и выбранного пути. Видишь ты, это мама тебя, что ли, научила? Нет, это приятель по инету скинул афоризмы известных людей. По интернету? Угу. А что за приятель? Да какая разница? Просто знакомый, чатимся с ним иногда. Что делаете? Ой, пап. Ты так отстала от жизни. Почему это? Ну, покажи свой телефон. Вот он. Вот, видишь, это же прошлый век. На него даже никакие приложения нельзя скачать. Слушай, а мне твои приложения не нужны. Звони ты хорошо. Ты что, обиделся, что ли? Чижик, ты что? Я на тебя никогда не обижаюсь. Ага. Вот с этой скалы мы с другом в детстве прыгали. Там же высоко. Ну что поделать, дурные были. Хотели друг другу доказать, что ничего не боимся. А где сейчас-то, друг, вы общаетесь? Нет. Уже нет. Мне тоже придется попрощаться со всеми своими друзьями, когда мы уедем. Пап, можно я останусь жить с тобой? Пожалуйста. Я буду себя очень хорошо вести, обещаю. Пап, пожалуйста. Чижик, я тоже очень не хочу, чтобы ты уезжал. Давай что-нибудь придумаем. Ну, тащи. Хороших выходных, доктор Калверт. Спасибо и тебе. О, Господи. Вы в порядке, сэр? Что случилось? Я ехал с работы, и моя машина сошла с ума. И потом... Не двигайтесь, не двигайтесь. Вам нельзя двигаться. Пожалуйста, присаживайтесь. Возможно, у вас поврежден позвоночник. У вас есть аптечка? Не уверен. Возможно, где-то в сумке. Хорошо, не переживайте, я сейчас посмотрю. Я же мог погибнуть. Что-то случилось с системой контроля машины. Я клянусь, я засужу их. Вот обезболивающие. Спасибо вам. Нужно вызвать скорую, конечно. Нет сети. Оставайтесь здесь, а я сбегаю за помощью. Вы моя спасительница. Как вас зовут? Вы что, меня клеите? Значит, быстро пойдете на поправку. Я скоро вернусь. Тогда и поговорим. И помните, вам нельзя двигаться. Тебя. Ты же придешь в субботу на мой день рождения? Ну а куда же я денусь? И с мамой поговоришь насчет приезда? Чижик, не волнуйся, мы все решим. Все, давай, дуй домой. Тебе завтра рано вставать. Пока. Пока. Денис! Денис, подожди! Ты извини, что я только сейчас рассказала про переезд, просто ей там будет лучше. Она сможет там заниматься, чем захочет. А ты у нее-то спрашивала, что она хочет? Ты как себе это представляешь? Что я уеду в Москву, оставлю ее здесь с тобой? А почему нет? Да это смешно. Кто будет за ней ухаживать, стирать, готовить, убирать, гладить, в школу ее каждое утро водить? Где она будет жить? В твоем катере? Ты о ней подумай, а не только о себе. Кать, тебе не кажется, что никакой институт, никакие кружки и отца не заменят? Слушай, я понимаю прекрасно, что ты устала от моих бесконечных командировок. Кать, я понимаю, что ты не такой жизни хотела. Но я тебя очень прошу, пожалуйста, давай попробуем еще один раз. Я для вас все честно. Кать, ну правда, я изменился. Да, точно. Да. Это она. Что было на пропавшем ноутбуке? Ничего интересного. У нас режим полной секретности, поэтому очевидно, что нам запрещено выносить из лаборатории информацию. А пароли, открытые сессии? Вы же пользовались интернетом? Да, конечно. Но кому будет интересна моя история просмотра в браузере? Доктор Калверт, эта девушка одна из лучших хакеров мира. Если с вашего компьютера можно получить доступ к секретным данным, не сомневайтесь, она его получит. Нет, я не верю в это. Я не думаю, что это… Что? Что вы там мямлите? Вы меня простите, но я не вправе обсуждать с вами секретную информацию. Сядьте. Вы понимаете, с кем разговариваете? Перед вами специальный агент ЦРУ. Я знаю. Что именно было украдено у правительства США? Они украли тайфун. Один грамм этого вещества может убить несколько тысяч человек. Это новейший нейротоксин в форме летучего соединения, кодовое название тайфун. Разумеется, это вещество запрещено Конвенцией о химическом оружии, и США ввели его разработку тайно. Когда формула появилась на подпольном аукционе, мы поначалу решили, что это фейк. В Даркнете каждые 5 минут появляются секретные чертежи лазерного оружия и инструкции по сборке водородной бомбы у себя в гараже. Но тут, судя по ценнику, все более чем серьезно. На торгах победил Ханс Вавра, международный торговец оружием. Такой человек не стал бы интересоваться пустышкой. Значит, формула тайфуна пойдет на перепродажу. Хуже всего то, что мы не знаем, в чьи именно руки она попадет. У Ханса много друзей, больше половины из которых в розыске Интерпола. И чем это нам может грозить? Вряд ли химическое оружие может быть использовано против России. Да в любой части света использование этого оружия – это акция против нас. Потом американцы скажут, что это была не их, а наша разработка. Нужно перехватить формулу прямо сейчас. Личный самолет Ханса 2 часа назад вылетел из Манилы в Стамбул. Мы предполагаем, что именно там будет совершена сделка. Американцы тоже там будут. Попытаются вернуть украденное. А кто у нас есть в Стамбуле? сожалению, специалистов такой квалификации. Я знаю, кто нам нужен. Запомните, у вас обязательно появится шанс обезвредить противника. Но если вы не уверены, не лезьте на рожон. А какая альтернатива? Договориться. Договориться с врагом? Иди сюда. И ты тоже иди. Отдай ствол. Вставай сюда. Любой ваш выбор – это компромисс между опасностью и потенциальной пользой. Если вы будете ждать идеального момента, он не наступит никогда. Поэтому попытайтесь его спровоцировать сами. Ну что, может, договоримся? Мордой в пол. Живо! Как видите, договориться получается не всегда. Возьми пистолет. Но за время переговоров ситуация может измениться в вашу пользу. Все понятно? Так точно, товарищ майор. Хотя в твоем случае, Кабанов, лучше молчать. А то сразу пристрелят. Товарищ майор, вас в штаб. Срочно. Продолжайте. По нашим данным, встреча Ханса и Призмы состоится в одном из отелей Стамбула. Вот ее фотография. Это хакерша с очень большим послужным списком. Ее разыскивает более 40 стран. Твоя задача – взять девушку и накопитель. Что за накопитель? Обычная флешка. Если, конечно, она не придумает что-нибудь особенного. Она будет одна? Ну, если она не дура, конечно, наймет себе хорошую охрану. Сколько у меня есть дней на подготовку? Вылет через 2,5 часа. С тобой полетит еще 3 человека из твоей группы. Вот здесь документы и план отхода на случай непредвиденных обстоятельств. Какие-то проблемы? Никак нет. Погоди. Эта хакерша, девка хитрая, будет делать вид, что не знает языка. Не верь. Она сербка. Что-что, русский-то она понимает. Разрешите идти. Иди. Приехала. С ней охрана трое горил. И, судя по выправке, бывшие военные. У одного с собой сумка. И в ней явно не крем от загара. Охрана вооружена? До зубов. Приветствую. Я должен сказать, что вы выглядите еще более очаровательно и свежо. Извините, я должен вас обыскать. Конечно. Как добрались? Я небольшой поклонник путешествий. Я предпочитаю сидеть дома со своими компьютерами, чем иметь дело с людьми. Как я вижу, с вами очень толковые спутники. Не волнуйтесь. Сегодня им не нужно будет применять свои навыки. Если будет нужно, волноваться буду не я. Вы приготовили деньги? Это все? Как и договаривались, 10%. Остальное после того, как мы увидим товар. Что это значит? Остальное здесь? Это кислота? Хотите чаю? Да. Куда он чесанул-то? Работаем. Все в порядке? Я сегодня хочу еще пройтись по городу. Пожалуйста, не волнуйтесь. У меня безупречная репутация. Мы не можем себе позволить совершать ошибки в нашем бизнесе. Ну что? Все цифры верные, печати и подписи подлинные. Как только вы предоставите нам номер вашего счета, мы переведем остальную сумму. Вот номер моего счета. Сделка отменяется. Мы уходим. Мы так не договаривались. Дурака, я знаю, что ты все понимаешь. Где флешка? Нет ее, я ее убила. Ты наверняка копию сделала. Где она? Ладно, ладно. Пусти руки. Помоги ее. Всех приветствую. Я полковник Эстрич, капитан Барак. Я вас ждал. Чем могу помочь? Что здесь произошло? Похоже на русских. Откуда вы знаете? Апартаменты Ханса были забронированы только вчера. Это значит, что у них не было времени на подготовку. Судя по камерам наблюдения, у них не было прикрытия. Только сумасшедшие русские могли на это решиться. Кого они ограбили? Меня. Мой рюкзак. Они украли у меня $200 000. Мистер Ханс, зачем вы носите с собой такую кучу денег? Капитан, вы уже обыскали этого человека? Но что конкретно мы ищем? Любое устройство хранения данных. Алло. Приветствую, Крис. Как погода в Вашингтоне? Я в Стамбул. Скажи, почему ты меня не сказал по поводу вашей операции? Извини, сам узнал об этом всего полчаса назад. А как ты будешь отвезти Призма из страны? Крис, об этом тут знают всего 3 человека. Если я скажу, то сам себя раскрою. Гораздо больше рискуешь, если ты не скажешь, где она. Это шантаж. Это дружеские предупреждения. Поэтому скажи мне, где она. Хорошо. Это их точка эвакуации. Молодец. Быстро соображаешь. До связи. Капитан, мне нужен вертолет. Прямо сейчас. Да, сэр. Снотворное ей еще вкали, только не переборщи, это блевать будет неделю. Закройте все выходы из порта. Не дайте им уйти. Идите. Смотри сюда. Наши патрули здесь и здесь. У них есть только один выход. Давай вперед, не тормози! Прорваться через южные ворота. Вероятно, сейчас продвигаются к пирсу 7. Возможно? Какого черта ты мне говоришь «возможно»? Вы что, потеряли их? Крис, порт Хайдар-Паша — это 200 квадратных миль. Подключайте береговую охрану. Все, кто есть, иди. Не дай им уйти. Вы не уйдете от американцев. Даже если вы успеете, Хансовы люди вас найдут. Они не прощают. Экипаж уже укомплектован. Мы никого не нанимаем, извините. Вы меня неправильно поняли. Это я хочу вас нанять. Что за груз? Я ищу 3 человека. Нет, я таким не занимаюсь. Нет. Простите, капитан. Могу я купить вашу куртку? Что? Давайте, скорее. Как это могло произойти? Ну, скорее всего, американцы отследили их машину. Ну, возможно, в отеле у них была своя группа. А почему они не воспользовались резервным способом отхода? Чья эта идея с кораблем? Видимо, майор Кречетов предположил, что их сдал кто-то из своих, поэтому и принял решение импровизировать. А кто, кроме нас, был посвящен в детали операции? Никто. Операция строго засекречена. Значит, получается, крот среди нас. Когда следующий сеанс связи? В целях безопасности мы рекомендовали им не выходить на связь, пока они не зайдут в наши территориальные воды. Обо всех изменениях в ситуации немедленно докладывайте, чтобы больше никакой самодеятельности. Так точно. Ведь я не могу больше. Ма, папа не звонил? Нет, пока. А ты чего не переоделась? Сейчас уже гости придут. А? Успею еще. Ян, ты куда? Я на улицу папу ждать. Hello. Привет. Пришел забрать свою куртку? Это была шутка. Нет, не шутка. Я всегда держу слово. Ладно. Мне нужно позвонить. Я могу воспользоваться вашим телефоном? Надеюсь, у меня не будет неприятностей с ФБР после этого звонка? Нет. Я собираюсь позвонить моей дочери. У нее сегодня день рождения. У меня у самого 2 дочки. Вот, держи. Спасибо. Алло. Яна, привет, Чижик, это папа. Денис, ты где? Она весь день тебя ждет. Даже за стол отказывается садиться. Кать, слушай, я сейчас не могу приехать. Передай, пожалуйста, Яне трубку. Ясно. Ты знаешь, я почему-то даже не удивляюсь. Кречетов, у тебя вообще совесть есть? Ты понимаешь, что ее снова обманул в день ее рождения? Катя, случился форс-мажор. Кать, я приеду через 2 дня и поздравлю ее. Через 2 дня? Через 2 дня мы уже будем в Москве. Ты даже попрощаться с ней не успеешь. Кать, дай, пожалуйста, трубку Яне. Пожалуйста. Я думаю, что она будет в восторге от твоих поздравлений. А ты ничего, симпатичный. Иди давай. А то что? Что ты мне сделаешь? Ты далеко собралась-то? Море градусов 15, ноги сведет и все. Каюк. Яна! Ян! Скорее, папа. Алло, пап, ты где? Алло, пап! Что он сказал? Где он? Он сказал, что у него очень важное задание, и он поздравляет тебя, и очень любит, и будет через 2 дня. Я тебе не верю. Это ты сделала так, чтобы он не пришел. Ну что ты такое говоришь? Я. Это все ты. Ты виновата. Вы всегда ругаетесь. Ты не хотела, чтобы он был на моем дне рождения. Ну, это неправда. Ненавижу. Сломай я часть свою Москву. Я стану здесь с папой. Я. Яна! Ханс тебя все равно убил бы. Он слишком жадный, чтобы расставаться с такими деньгами. Надо было его получше изучить, прежде чем торговаться. Американцы тебя посадят лет на 50 как минимум. Так что у тебя единственный шанс с нами. Understood? Скажи, у тебя есть семья? Ну? Жена, дети. Пусть ты меня, и твоя семья станет богатой. Я дам тебе деньги. Много. Сколько ты хочешь? Смешная ты. Забирай ее. Привет. Все в порядке? Нет сигнала. Ой. Чижик, привет. С кем я говорю? Я понял. Все в порядке? Да. Спасибо. Нет проблем. Товарищ майор, все под контролем. Товарищ майор! Я знала, что ты будешь согласен. Идем. Стуко. Держи. Куда мы идем? Можно в Болгарию? Я сам разберусь. Чекай, я думала, мы договорились. Мало ли, что ты думала. Сэр, мы обыскали весь порт, но не смогли их найти. Это значит, что твои сотрудники идиоты. Найдите корабль немедленно. Это невозможно. Мы не имеем права этого делать. Мне плевать. Найдите их или потеряете работу. Это понятно? Да, сэр. Что это? Это радиолокационный маяк спасательной шлюпки, на которой скрылся майор Кречетов. Вы же понимаете, что он сразу от него избавился. Это координаты маяка, где он его сбросил. Пограничные катера прочесывают весь район в радиусе 10 миль. Также мы ведем наблюдение со спутников. Кроме того, в заданный квадрат направлены 9 беспилотников. Правда, мешает густая облачность. Но главное, что мы перекрыли все возможные пути отхода. Ну и куда он, по-вашему, направляется? Если предположить, что Майор Кречетов был завербован силами американской разведки. Почему не английской или израильской? Я знаю Кречетова более 20 лет. Он в таких переделках побывал, о которых вы даже не слышали. Думайте, прежде чем нести подобную чушь. Простите, товарищ генерал, но мы должны отработать все возможные версии. Вот и отрабатывайте. Какие еще идеи? А если Призме удалось подкупить майора Кречетова, тогда они двигаются в нашем направлении и попытаются скрытно высадиться на берег. Если бы майора Кречетова интересовали деньги, он бы давно ушел на другую работу, а не лез бы под пули, пока вы здесь штаны просиживаете. Ну а где же он тогда? Не инопланетяне же его похитили? Передайте всем службам при задержании действовать крайне аккуратно. А это касается Кречетова или Призмы? Обоих. Ты чё такой суровый? Ты все сделал правильно. Тебе нельзя теперь назад, ты предатель. Но я понимаю, что ты чувствуешь. Тебе надо за границу. Тебе надо денег. Я дам тебе денег, я тебе заплачу. Что, решил сэкономить? Ты что думаешь, я совсем дура, да? Ты даже меня не спросил, сколько денег. Ну и сколько? Нисколько. Я не знаю, куда ты меня ведешь, это не на свободу. Мою дочь похитили. Если я им привезу тебя, то они мне ее отдадут. Ты идиот. Нет, ты идиот. Зачем ты вообще уверен, что твоя дочь у них? Может, это неправда? Ты звал жене, может быть, она дома. Таковая мысль не пригодила в твою голову, будало? Яна, случайно, не у вас? Нет, не заходила. Я просто подумала, вдруг она у вашей Оли. Понятно. Вы знаете, что если она вдруг появится, вы, пожалуйста, мне обязательно сообщите, хорошо? Слушай. Алло. Слушай, она до сих пор не появилась. Что делать? Я чувствую, Кать, что с ней что-то случилось. Катюш, погоди, спокойно. Давай не будем так сразу паниковать. Я уверен, у нее все хорошо. Откуда ты знаешь? Ты сама мне говорила, что она негативно относится к переезду. К тому же отец не пришел к ней на день рождения. Совершенно естественно, она обиделась. Что? Это все вызвало бурную реакцию, она убежала. Но ее до сих пор нет. И телефон недоступен. Правильно. Чтобы ты не звонила. Ты что, когда была подростком, ни разу не убегала из дома? Убегала. И маме наверняка не звонила. Да, не звонила. Ну вот видишь, она остынет и вернется. Так что до вечера не имеет смысла что-либо предпринимать. Вадим! Извини, Катюш, у меня срочные дела. Давай я перезвоню, и ты держи меня в курсе, хорошо? Хорошо.